Искусственное море появилось в одном из дворов на улице Первомайской. Глубина лужи там достигает 30 сантиметров. Талой воде не дает уйти бесхозная и неработающая ливневка. Жилищники еще с пятницы пытаются удалить воду при помощи техники, но безуспешно. Эта бесхозная ливневка в городе не единственная. Только у одной управляющей компании их список более чем 70 пунктов. Каждый ручеек однажды впадает в реку, а река в море. Вот и на улице Первомайской в районе домов 51 и 53 такой ручей впадает в огромное море. Под водой дороги, тротуары и даже газоны. А жители передвигаются по берегам и форсируют на машинах. Причины разлива воды известны. Это снег и неработающая ливневка. Как ее эксплуатируют, эту ливневую канализацию? Чистят, не чистят, следят за ней, работает она вообще, не работает. Вы посмотрите, как хуже, чем в деревне живем, сплошные моря. Мы же в городе вроде как, да? Вот я была в Европе, там, знаете, просто ходишь и сухие ноги. А здесь нереально ходить чистым, опрятным и сухим. Люди из окрестных домов обращаются с претензиями к жилищникам. Там о беде знают, составлены даже карты проблемных и бесхозных ливневок. Пока у них нет хозяина, максимум, чем могут помочь жилищники, это черпать часть воды из лужи за свой счет. Какой год просим, чтобы сделали ливневку здесь нам, чтобы она стекала. Никак не делает, не делается. Приходится все время так людям идти вот под мостком проходить. И вот так все эти лужи, все обходить. Я каждый год такое. Тут я работаю уже четвертый год вот такая ерунда. Здесь раньше была ледневка, положили новый асфальт, и эту ледневку закатали. И в администрацию, естественно, наша управляющая компания много раз направляла предложение решить вопрос с данным участком ливневой канализации. Но, к сожалению, бесхозных сетей все больше и больше появляется и выявляется в процессе, не только ливневая канализация, но решаются вопросы, но требуют время. А между тем, первые письма датируются еще 2006 годом, но пока решения вопроса добиться не удалось. Последнее совещание по проблемам ливневой канализации и водоотведения в администрации города было еще в прошлом году. Олег Савин, Семен Семигулин, Вестник Северодвинска.